Югра – единственный регион в стране, в котором в полной мере выполняются федеральные законы в отношении защиты прав коренных малочисленных народов. Об этом сегодня заявил председатель Комитета Государственной Думы по делам национальности Ильдар Гильмутдинов. В Ханты-Мансийске состоялось заседание круглого стола в рамках Всероссийского форума национального единства. Официально он откроется завтра, но уже сейчас его участники – это представители институтов гражданского общества, эксперты научных сообществ и молодежных организаций – обсудили вопросы защиты традиционного образа жизни народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участников форума волнует, например, порядок налогообложения членов общин КМНС, как сделать его проще и прозрачнее, или тонкости рыбалки и охоты, как получить, например, охотничий билет. Эти и другие вопросы будут обсуждены на форуме национального единства. Лучшие предложения в дальнейшем рассмотрят уже на парламентских слушаниях, касающихся прав КМНС. Мы знаем, что в Ханты-Мансийске тоже огромное внимание уделяется коренным малочисленным народам. И здесь широко представлен спектр малочисленных коренных народов. И тем самым, приехав сюда, мы хотим тоже перенять опыт и посмотреть, как здесь правительство проводит работу по сохранению, развитию культуры, традиций народов. В форуме принимает участие 700 человек из разных регионов страны. В рамках мероприятия пройдут конференции, совещания, выставки, круглые столы, семинары. Организатором его выступает правительство Югры в партнерстве с Ассамблеей народов России при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.